Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сложные отношения с супругом в браке год. До этого встречались 2 года. Ну, смотрите. Я думаю, что здесь нужно отделить то, в чем сложно вам, и то, например, что сложно для мужа, потому что само построение фразы «сложные отношения с супругом», да, они максимально неопределенно, в чем сложно вам, да, и в чем ваша, ну, условно говоря, проблема, да. Вот, хотя ваша проблема в данном случае ясна, конечно, вот. Ну, то есть, в смысле того, что понятно, что вас, ну, беспокоит, да? Понятно, что вас беспокоит. Вот. Но, тем не менее, вот это вот отделение, это отграничение своей сложности от сложности мужа очень важно для принятия личной ответственности в конфликте. Дальше. Муж говорит, что будет искать интим на стороне, если я не буду с ним спать. То есть здесь у нас что происходит? Здесь у нас происходит манипуляция. Да, здесь у нас происходит ультиматум. Ультиматум говорит о расстроенных коммуникациях, о деструктивности в коммуникациях. То есть нужно здесь, да, как минимум налаживать коммуникацию. Если мы говорим о коммуникации, то про нее невозможно говорить без учета истории отношений, контекста отношений. Вы пишете, что встречались 2 года до брака и в браке год. Значит, что вас объединяет с вашим мужем, что вас общего, что вас связывает, на каком фундаменте выстроены ваши отношения. Фундамент ли это гендерного взаимодействия, чисто когда мужчина и женщина, фундамент ли это партнерских отношений, когда у людей есть какая-то общая цель. Фундамент ли это дружеских отношений, когда люди, ну, как бы на дружбе выстраивают свои романтические отношения. Или фундамент это личностного взаимодействия, когда люди, ну, вот во всем многообразии своего проявления взаимодействуют со своим партнером. Это обязательно нужно выяснить, потому что коммуникация раньше была очевидно хорошая, раз дело дошло до брака, но потом что-то произошло. Имело бы смысл уточнить значение брака для каждого из вас. Какое значение браку придаете вы, какое значение браку придает мужчина, тоже важно. До этого так, близости давно нет, пропало желание из-за того, что муж регулярно обесценивает, при дальнейшем непонимании может послать матом, обозвать бранными словами, довести до белого коленя придирками, провокациями, финансовыми лишениями, может забрать подарки, которые дарил, или начать вести подсчет, сколько он вложил когда-то в жену. Ну вот, здесь мы видим намек на то, что ваши отношения построены на гендерных отношениях, где есть только муж и жена, судя по тому, что мы видим, да? То есть вы воспринимаете, ну, собственно, мужа как мужа, это муж, вот, а не личность, да, не человек,
например. Ну, вот, и он вас, соответственно, воспринимает так же. Вот это вот коммуникация, которую надо бы, конечно, расширять. Вы пишете, значит, пропало желание из-за того, что муж регулярно обесценивает, может послать матом, обозвать бранными словами, довести до белого колени придирками и прочее. Опять же, было ли так всегда или началось с какого-то момента? Если это началось с какого-то момента, то в это как бы внесли какой-то вклад вы. Само собой, что речь не идет о том, чтобы вас обвинять в чем-то. Нет. Никто вас не обвиняет. Ни в чем, абсолютно. Вот. Но важно взять личную ответственность за то, что произошло. Если муж, опять же, например, таким был всегда, ну, ваш, да, вот, человек всегда был таким, человек, ну, всегда вел себя таким образом, всегда, то в этом случае я бы сказал, что получается, что что-то изменилось. То есть получается, что вы перестали своего мужа, да, принимать. Вот. Ну, просто перестали. То есть вот вы его раньше принимали, вот, а теперь перестали. Вот. А что изменилось? Что изменилось, что вы перестали его принимать? Изменились ли вы? Изменился он, ну, как-то. Вот. То есть это вот, опять же, история про то, как развивались ваши взаимодействия. Вот. Это история про то, как вы выстраивали свои отношения. Это история про то, как менялось ваше отношение, ваше восприятие человека. Понимаете, да? И без этого, без этих аспектов, без этих моментов, вряд ли можно, опять же, о чем-то говорить. Следующий момент – это то, что вас такое поведение задевает. Вам оно неприятно. Вам оно дает какое-то ощущение, что вы находитесь вне безопасности. Собственно, вследствие чего у вас как бы и пропадает желание. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Вот. То есть это, конечно, в какой-то степени является проблемой. Вот. Почему? Почему это является проблемой? Потому что вас задевает и всплывают какие-то уже ваши собственные проблемы, ваши собственные конфликты. Ваша собственная противоречивость какая-то, да? Вот. На это тоже очень важно обратить внимание. На это тоже очень важно увидеть вам.
Вот. Понимаете, понимаете, да? Какая штука? Вот. Как и чем вас задевают? Вот. Возможно ли, например, возможно ли такая ситуация, при которой вы чувствуете себя, там, допустим, ну вот, в какой-то степени, да, нереализованной, в какой-то степени ущербной из-за того, что вот, вас что-то вкладывал, ну вот, хотите ли вы вкладывать и так далее. Далее вы пишете, разводиться не хочет, говорит, что любит и не видит другого выхода, как налаживать отношения. Не очень понял смысл фразы, да, то есть, ну, наверное, имеется в виду, что мужчина не хочет с вами разводиться, вот, хочет как-то налаживать отношения, да, хочет, вот, но, вот, для себя видит один способ. Как вы говорите, чтобы ему все сходило с рук. Все поступки сходили ему с рук. Вы правы, это детская модель поведения, но опять же, здесь, ну, детская модель поведения производима от родительского поведения. Вашу. Вот. То есть, опять же, здесь вопрос о характере взаимодействия. Дальше. При попытке обсудить произошедшее, говорит, да, да, вы же можете свой способ предложить решение проблемы. Вы же можете предложить ему вместе пойти к психологу. Вот. Говорит, значит, при попытке обсудить произошедшее, говорит, что не помнит нехороших поступков, плохих слов не говорил никаких, да, если показать ему скрины переписки, в которых он стесняется выражения. А что он говорит на скрине? Что это был не он? Очень важно, что именно вы хотите обсудить. Понимаете, штука в том, что я думаю, то как вы себя чувствуете, ну конкретно, как вы себя чувствуете, не связано с какой-то ситуацией, конкретно. Я думаю, что то, как вы себя чувствуете, это вообще, это фон. И если с мужем что-то обсуждать, то, пожалуй, не через стремление что-то ему доказать, например, и так далее, а через донесение до него того, что вы чувствуете, да, и того, что вы хотите. Вот. То есть, как часто вы своему мужу говорите, что вы хотите, например, и в какой форме, вы это ему говорите, это тоже очень, очень важный момент. Вот. Потому что, например, если вы говорите ему, значит, о том, что вы хотите в форме претензий, да, например, то, ну, само собой человек будет как-то защищаться от этого. Поэтому опять же здесь мы говорим о коммуникации. Вот.
То есть мы здесь говорим конкретно о том, как вы друг с другом коммуницируете. Вот. Дальше. Говорю ему, что у нее пропало доверие к нему из-за его поведения. Но это и есть родительская позиция, которая гласит, что все из-за тебя. Что мое доверие пропало из-за тебя. То есть это перекладывание ответственности. Точно так же, как муж перекладывает ответственность на вас. То есть такое вот взаимное переложение ответственности здесь происходит. В этом и кроется деструктивность вашей коммуникации на данный момент. Вот, потому что доверие ваше пропало не из-за него, а вследствие процессов, которые происходят с вами. Вследствие вашего реагирования на действия мужа. И какого-то специфического восприятия этих действий. Вот. Дальше, значит, вместе с этим и желание близости, но не хочет это слышать, ну а кто хочет слышать обвинение? Считает, что причина не в нем, это просто я хочу наказать его отсутствием интима. А вы считаете, что причина в нем? Так мы далеко не уедем, потому что меняться нужно вам в первую очередь, поскольку вы к нам обратились. Даже говорит, наверное, что у меня есть кто-то на стороне, ну понятно, тут как бы агрессия идет. Достаточно того, что он начал угрожать, что будет искать интима на стороне, мол, если я наказываю его отсутствием секса, то и он будет наказывать меня. Ну, в общем, отзеркаливает то, что ему кажется. В общем, такое инфантильное поведение. Ну, да, поведение инфантильное, но оно стало возможно в браке с вами. Каким-то образом. Он очень хочет ребенка, но не считает нужным обеспечивать семью, делить быт, проводить время со мной, говорит, чтобы сначала родила ему ребенка, а потом он уже будет вкладываться в семью. А чего вы хотите? Вы ребенка хотите сами? Что причина именно во мне, что у нас все не ладится. Ну вот есть такая психологическая игра, горячая картофелина называется. Вот. Вы почитайте про нее в интернете, она есть. Якобы все, с кем он раньше встречался, с ним готовы были для него все сделать, и понимание было. Так, ну здесь человек вас сравнивает, и это опять же говорит о некоторой ограниченности вашей коммуникации. Это говорит о том, что коммуницируете вы на таком очень узком уровне, там, где нет места личности. А потому что получается, что человек воспринимает ваше, ну вот, как это сказать, ваше поведение, да? Вот. Человек воспринимает ваше поведение как что-то такое вот. Довольно-таки конкретно. То есть человек не видит в этом, по сути, никакого проявления вашей личности. Вот. Ну, естественно, возникает вопрос, а почему? Почему человек не видит проявления вашей личности здесь? Вот. Но это на этот вопрос можно ответить другим вопросом. Вот. А именно, проявляли ли вы себя как личность? Вот. С ним, я имею в виду. Дальше. Значит, так. Ну и, соответственно, опять же, вас это задевает. Вот нужно посмотреть, да, как именно.
Так, говорит, что любит меня как дурак, хочу разобраться, что со мной не так. Ну, в принципе, озвучу. Как вернуть желание к мужу, рада стать близостью? Наверное, а вы это делать хотите из какого чувства? Вот, ну, вернуть, все. Понимаете, да? Из какого чувства вы хотите все это сделать? Из любви? Как научиться справляться со стрессом и не принимать на себя негативный мужа? Ну, повышаться на оценку, работать над самооценкой. Я полагаю, и коммуникацию развивать с супругом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!